Какой хорошенький. Видел? Смотри, смотри. Что? Древние майя подкармливали рыб попкорном с сырным вкусом. Второго кита пока не будем трогать, потому что на нем сидит птица. Так, что бы сегодня поделать? Может, поймаем раков-отшельников? Ну давай, пойдем. Пойдем. Как раз близко. Так, значит, нам надо вот сюда идти. Идем, идем, идем. Тебе не кажется, что мы ходим по кругу? Нет, нам не туда, нам туда надо. Да мы уже тут были. Давай, десантируйся, там много раков. Какие прикольные камни. Мне кажется, это как на Марсе, только черные. Серые, на Марсе рыжие. Пойдем раков ловить. Все. О, улитка. Какая прикольная морская улитка. Покажи. На ладони. Пару раз нас замечал охранник. Он ушел в 6, и мы спокойно пошли ловить раков. Вау, дай его крупную сниму. Какой хорошенький. Привет. How do you doing? Ой, какой там классный. Маленький. Подожди, там, дай. Там маленький, смотри. Они так щекотно бегают по руке. Стоп. Видел? Смотри, смотри. Что? Киты! Киты, вон, смотри. Киты. Да. Пойдем на них слазим. Пойдем. Нет, погоди, с ними надо что-то сделать. Что? Давай побреем. Прекрасная идея, чем? Стаканом. Класс. Пойдем. Это наш шанс, сейчас или никогда. Все, доплыл до кита, пойдем. Я лепил водорослевиков. Сашка, вообще попкорн – это лучшая приманка для рыб. Древние майя подкармливали рыб попкорном с сырным вкусом. И поэтому жили счастливо и пили как какао каждый день. Ну что, ты побрил кита? Покажи. Вау! Да ты монстр. Фух! Это на древнемайском языке игуана. Как же весело брить этих китов. И потом собирать шерсть. A few moments later. Это все ты написал? Да. Yes, no. Вау. Это столько шерсти? Ага. Что мы будем делать с этой шерстью? Давай ее продадим. На черном рынке? Да. Давай. Слушай, а кит не убежит? Ему не больно? А, точно, ты же за ним стоишь, ему не... Ему... А-а-а! Чуть я грохнулся, он скользкий. Зараза, какой он скользкий. О, а это что, у кита глаз? Это... Наверное. Второго кита пока не будем трогать, потому что на нем сидит птица.
еще маленький. Еще один? Так. Сашка, ну оставь его на чем-нибудь неподвижном. О, опять кусины были. Да блин. Чего ты? Сломал что-то? Что? Рассек там что? Ткань. Ну. Офигеть. Можно слепить снеговика. Точнее, водорослевика. Почему ты говоришь, зачем ты палишь, что это водоросли? А, ну ладно, это не будем. Это вырезать.